Казахстан расширяет возможности в транспортно-логистической сфере. Представители крупной транспортной компании в Тбилиси подписали инвестсоглашение с грузинскими партнерами о строительстве мультимодального терминала в городе Поти, расположенного у Черного моря. Предварительная стоимость проекта – 10 миллионов долларов. Запуск намечен на октябрь текущего года. Для нас, как республики, не имеющие доступа к мировому океану, появление такого объекта – это возможность расширить цепочку поставок товаров. Наличие собственного терминала позволит Казахстану самостоятельно формировать не только тарифную политику, но и грузовые потоки по транскаспийскому международному транспортному маршруту, объединяющего Азию с Европой. К слову, о развитии этого направления неоднократно заявлял глава государства. Переговоры по возведению терминала в порту Поти шли в течение всего прошлого года. И вот стороны, наконец, пришли к соглашению. Известно, что управление объектом будет совместным. К слову, морской порт, по сути, станет звеном в международном транспортном коридоре Восток-Запад, объединяющем Китай, Казахстан, Азербайджан через Каспийское море, а также Грузию, Турцию и страны Старого Света. В последнее время очень большое внимание на государственном уровне уделяется развитию именно этого коридора, так называемого серединного коридора, middle коридора. Почему? Потому что на сегодняшний день достаточно большая грузовая база из Казахстана, это наш казахстанский экспорт, это транзитные грузы из Китайской Народной Республики, идут в направлении Черного моря.